Одни из лидеров после танцпола, Надежда Мейхер и Петр Чернышов, украинская пара, танцуют под песню «Как молоды мы были» в исполнении Александра Градского. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Со зрителями, и я готов был кричать «Браво!», если бы не падение. Причем очень редкий случай, вы знаете, я считаю, что виновником падения был Петя Чернышов. Это же он выполнял первую фазу поддержки, не вынес партнершу, даже не выбросил, я бы сказал, партнершу на ту высоту, где он должен был ее, извините уже за такое чисто специфическое слово, зафиксировать. И вот получилось то, что получилось. А так-то танец исполнен на очень высоком уровне, на прекрасной скорости. Прогресс этой пары и ее мастерство, мне нравится наблюдать за тем, как они работают. Это получается очень...